Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон». Меня зовут Алексей Крыловецкий. Сегодня покажем вам продолжение ролика по новому автомобилю Mercedes GLB, Лига LB. Мы уже рассказывали о том, как провели процедуру установки подогрева в руль этого автомобиля. Здесь даже будет ссылка. Но на этом весь объем работ по этому автомобилю не завершился. Мы продолжили и выполнили перетяжку еще и салона. Это два ряда сидений, дверные вставки, центральный подлокотник. Такой объем характерен для практически любого автомобиля, но есть некоторые модели Mercedes, например, GLC или Ешка, GLC купе, соответственно, E-купе, где помимо вот этих стандартных деталей есть дополнительные декоративные накладки, например, на центральном тоннеле в продолжение штатных элементов. В целом можно сказать, что эти детали присутствуют во многих моделях, но вот GLB их лишен. Здесь никаких мягких накладок из искусственной кожи нету, а следовательно мы говорим про стандартный набор работ. Заменили мы штатную искусственную кожу Artico, которая в изобилии используется Mercedes для перетяжки штатных заводских салонов, и увы, эта кожа искусственная, это ПВХ, это винил. Он, к сожалению, не отвечает современным требованиям, сколько уже было этих роликов и упоминаний того, что штатная искусственная кожа, она не дышит, что она трескается зимой, поскольку это не эко-кожа, а это более дешевая разновидность искусственных кож, которая, к сожалению, увы, не такая эластичная, не так хорошо работает, и, следовательно, мы не можем рассчитывать на то, чтобы этот материал будет хорошо служить и долго верой и правдой своему владельцу. Именно по этой причине поменяли материал на эко-кожу, на, в данном случае, с гладким рисунком красного цвета. Выбор пал на красный цвет по причине того, что владельцев в предыдущих автомобилях всегда были салоны с красным цветом. Это всегда очень здорово, ярко, насыщенно выглядит. И мне кажется, вот такому автомобилю совсем не помешает. Мы знаем с вами, что Mercedes в вопросе красных цветов обычно довольно скупо подходит. То есть это либо мы берем там какой-нибудь гелик 63, там будет либо красный салон полностью, либо черный с красными вставками, ремни могут быть красные, что, кстати, встречается и в моделях помладше, например, я видел и в C-классе, и в Ешках красные ремни безопасности. Не в этом случае, ремни мы здесь не меняли, но красные нотки мы в салон добавили. И должен сказать, что в Мерседесе красный цвет выглядит очень даже органично. Форма кресла, кстати говоря, очень не характерна для Мерседеса, здесь совершенно по-другому устроен профиль, анатомия этого сидения, но не могу сказать, что оно какое-то неудобное или особенно удобное. Оно просто вот выглядит совсем иначе. И вот как сам автомобиль GLB, он какой-то вот в сторонке стоит от основного модельного ряда Mercedes, так и в интерьере, конечно, встречаются детали, которых не найти в других моделях. Ну, например, вот чего стоят эти серебристые ручки на дверях и на центральном тоннеле. Они вообще ни на что не похожи, и нету ни одной другой модели, где вы могли бы у Mercedes найти вот такой декоративный элемент. Поэтому в целом на эту машину, конечно, хочется посмотреть таким совсем свежим взглядом. И думаю, что красный цвет, он очень даже неплохо сюда вписывается, потому что для свежего взгляда яркие красные цвета, они всегда хороши. В общем, на этом можно вполне поставить точку. Перетяжка салона, как обычно, занимает в нашей компании от 1 до где-то 2-3 рабочих дней в простом исполнении, да, в зависимости от того, как мы подготовимся к этому процессу. Как всегда, мы даем гарантию и на работы, и на материалы. Как обычно, стоимость мы не указываем ни в самом ролике, не отвечаем на вопросы по цене в комментариях, в описании к ролику не пишем о стоимости. Связаться с нами просто и выяснить цену или другие какие-то нюансы, подробности можно просто найдя телефон в описании к этому видеоролику. Касательно того, насколько этот материал сопоставим, например, с натуральной кожей, стоит ли использовать искусственную эко-кожу Напа или стоит все-таки выбирать натуральный материал, тут, конечно, каждому выбирать, но у эко-кожи Напа перед натуральной существует большое количество преимуществ. Со стойкостью к механическим повреждениям, с растяжением и сохранением эластичности, паропроницаемость выше у этого материала, уровень паропроницаемости, конечно, этот материал можно гораздо легче отмыть и очистить,
чем любую натуральную кожу, она ничего в себя не впитывает, но при этом тактильно остается такой же приятной, бархатистой, как, скажем, кожа натуральная. В общем-то, взяв два образца в руки, с трудом можно обнаружить некоторые отличия, разницу, следовательно, я могу вам констатировать факт того, что этот материал действительно подходит не только для бюджетного сегмента автомобилей при перетяжке, но и для автомобилей более высокого ценового сегмента, более дорогих, премиальных автомобилей, к которым, конечно же, относится в том числе и Mercedes. Не бойтесь, не стесняйтесь этого материала. Я надеюсь, что я вас убедил, и теперь вы как минимум поставите лайк этому ролику, может быть, даже подпишитесь на наш канал, кликните на колокольчик и не забудете следить за нами в Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive 2, и, конечно, в ТикТоке. Будьте здоровы, надеюсь увидеть вас воочию в нашей компании. Пока!